Хорошая команда, действительно, и обучена, и хорошо играет, хорошо двигается. Но, опять же, лучше оступиться здесь на сборах, сделать выводы, посмотреть на ошибки, то что всегда выиграть – это тоже плохо. Поэтому, я думаю, эта игра нам пойдет на пользу. А так, по игре могу сказать, что, в принципе, мы владели преимуществом игровым, территориальным, но, в принципе, создали очень мало моментов. А они, в принципе, на контратаках, опять же, не нужны пенальти, не нужны фол. Второй момент тоже контратака, гол, в принципе, такие голы. Ну, я же говорю, что владея таким преимуществом, надо создавать больше моментов. У нас это не получилось сегодня.